Серые жуковки протестуют против видеокамер, установленных на мусорных площадках. Ввиду того, что жуковки исчезли в мусорные контейнеры, жители выносили мусор там, где старался мусоровоз. Но ввиду того, что теперь там видеокамеры стоят, люди боятся последствий, поэтому вынуждены вставать помойки в каждом дворе у каждого дома. То есть группа решения местных чиновников отменить мусорные контейнеры привело к еще худшему, большему загрязнению района. А установка видеокамеры вместо контейнера вообще привело к тому, что теперь мусор лежит не в одном месте, а раскидан по всем дворам. Вот такая ситуация идиотская. Люди прячут за вывоз мусора, но не имеют возможности его вынести. Им приходится носить мусор где попало.